Прием, прием. Здорово всем. Все как всегда, с вами Хилхёртс. А чё игра-то не появляется? Вот, наконец-то. Короче, не могу я ждать, что-то мне пипец хочется за пироманта играть. Его прям вот реально пипец хочу играть. Поехали, continue. Из того, что я решил. Смотрите, мы с вами, получается, не прошли болото. И еще потом озеро Золы. Проверим, если в этой серии успеем. Сейчас по-быстрому пробежимся по болотам, потому что это, ну, стезя пироманская, грубо говоря. И найдем новые заклинания, новые ништяки, новые секреты, возможно. И что-то новое еще узнаем. Пишу почти сразу же, ну там, часа два прошло после того, как записывал предыдущее видео. Не знаю, буду ли я их нумеровать, потому что как-то очередность я уже профукал из-за стримов, из-за всяких других проблем. Ну а теперь у нас есть пиромант, я ему пухо проточил из того из изменений. Вот, Jade Sword, я почитал описание, на нем написано... Make it an elite weapon of druids of Windhelm. Короче, это элитное оружие в друидов из Windhelm. Получается, взял вот эту перчатку пиромантии, взял немножко сет пиромантический. И сейчас, ну и заклинание немножко поменял. Все по ситуации сейчас расскажу. Первым делом пойдем в болото. Даже, наверное, перераспределяться не буду. Так, нам давайте прям сначала с разрушенной фортреса, крепости. По возможности все соберем. И самое печальное, я следующие какашечные болота не... исследовал. Их тоже по-хорошему исследовать. Ну и озеро Зела обязательно. Потому что уж там-то очень много изменений. И огромный вопрос, как улучшать вот эту зеленую пиромантическую перчатку. Возможно, в теории нужно больше всяких томов найти. Это не точно. Будем все по возможности смотреть, глядеть и впитывать. Ну и привыкать к долгим загрузкам. Без этого никуда. Увы. Игра, ну давай. Так, ну шо. Эти уехали из того, что интересно. Давайте вот эту штуку улучшаем. Я не помню, что это такое. Это пассивная регенерация, а это огромные щипы. Вот так вот. Пойдемте, наверное, справа начнем. Давайте, наверное, посмотрим, сколько эта штука дамажит. Слушайте, дамажит овер дофига. Это очень круто. Этим я тогда и буду пока что пользоваться. Возможностью. Из того, к чему я пришел, смотрите, эта штука бьет магии. На всех заклинаниях, которые у меня стоят, тоже написано, что она бьет магии. Так что в итоге я дурачок, что изначально не прочитал этого. Так, призываем пипяку. Пипяка будет бить. Пипяка ломает всех просто слева, справа, сверху, снизу. Слушайте, а пироманская штука намного лучше дамажит. Огненные эти штуки, дрюки. Надо помогать своему монстрику. Карманному. Чтобы ему было повеселее. Ну вот, звучит неплохо. Тут я был. Все, постараюсь пройти. Интересно, что вот эта забав, которая слева сверху в виде семечка? Семечко древа гигантов. Неоднозначно. Получится ли прокинуть как надо? Эу, а шо они не отъехали? Должен был прийти ваншот Петрович. Но ваншот Петрович не пришел почему-то. Да, еще вот эту фигню я хотел показать. Я сам не помню, как что она дает. Вот, я такими шипами покрываюсь. И они должны бить вроде бы. Но что-то не похоже, что они бьют. Очень странно. Ну да ладно. Меч очень мало бьет, я бы сказал. Но мне показалось. Он бы мог бить гораздо больше, полагаю я. Так, маленьких. С маленьких начнем. А большим мистером Крабом закончим. Мистер Краб, далеко не уходи. Нормально, долбит хорошо. Потому что если я рукой буду бить. Рукой, кстати, он тоже неплохо бьет, не дурно. Так, Мосфрут, какое-то кольцо дали. У меня есть на спел кастинг, fire damage, additional spells. Давайте попробуем вот на это поменять. Так, мне дали только что. Как оно выглядело? Я, к сожалению, хреново помню. All fire damage by 5. Слушайте, а у меня лучше получается. Ну окей, тогда оставим его. Какие проблемы? Зачем мосфруты нужны? Не помню, честное слово. Но их тут дофига. Да, и ковенант я еще тоже поменял для того, чтобы мне падали рандомные вещи. В теории мне могут тут эти огненные камни для улучшения падать. Если я опять же все правильно понял. А я, как вы знаете, старался все правильно понять. У нас есть сет. Increase Potion Toxic Resistance, Increase Cost of Permanences. А у меня что дает? Ну, это определенно лучше моего текущего. Немножко больше весит, но, блин, какой прикол, если это топчик за свои деньги. Вот это и перчатки твои, конжорщерс, как они называются, вот это. У нас меньше тратится заклинаний, ну, точнее, маны на заклинания пиромантии.
и в целом мы себя чувствуем более-менее неплохо. Как говорится, пиромант в родной среде обитания. Так, ты как, а не могла бы ты мне помочь немножко? Да еще огненное оружие намутить будет обязательно. Да, еще надо путь жертв будет пройти, потому что там я тоже слился, как бы вернулся. Слушайте, мне показалось, или огонь немножко поджигает, как будто. Если он действительно поджигает, мое почтение автору моду, что он даже это как бы доработал, переработал. Знаете, давно не было такого ощущения, что ты ходишь по миру Dark Souls, и ты чувствуешь свою, извините меня, доминацию. Ты прям, ну, чувствуешь, что ты можешь тут кого угодно по щам дать, зарегенерировать, что угодно сделать, без проблем вообще. Тупо убийца, тупо король этих болот, ну вот мне так кажется. У вас могут быть, конечно, другие предположения и ощущения, но у меня вот конкретно такие. Врать не буду. Так, эти ребята были одноразовые. Так, надо, короче, путь жертв, потом еще топи, если успеем, озеро Золы. Так, я это, наверное, надевать даже не буду. Не помню, был ли я в этих куртокомбах. Тут же демон был, нет? Так, уважаемая элитная игру. Я бы хотел дать вам по щам, если вы не против. Слушайте, а что, если я два негативных эффекта сразу наколдую? У нее огонь, у нее отравление какое-то. Слушайте, а пиромант хорош, мать его. Он тупо убивает. Тупо убийца. Она еще живая. У нее какие-то неоднозначные хитбоксы. Так, реагенты, хорошо. Ракатица пришла бы кануть за меня. Кристаллы всякие падают. Это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь пробовали подбирать то, что вам действительно требуется? Так, и там нам еще демоны нужны. Этого демона я помню. Нифига себе, мастер монстров. Эй, дядя, каракатица. Мне нужна помощь. Хороший дамаг. Полагаю, тут я был. Окей. Блин, такая жуткая каракатица. Че, босс, куда идти? Говорит каракатица, а я не знаю, что ей сказать в ответ. Ну да ладно. Души фармятся, ловеха мутятся, все по красоте. Приятно уже более прокачанным персонажем возвращаться туда, где тебе было больно. Не, я, наверное, хочу заклинание криомансии. Потому что там такой топовый бонус был, ко мне никто подойти не мог, понимаете, в чем прикол? Это можно и отъехать, если неосторожно все сделать. Я бы хотел сделать осторожно. А ну попустись, уважаемый. Нафиг провожаемый. Нифига у меня сопротивление отравления устало. Персонаж создан, чтобы ходить по болотам, не поверите. Тупо болотоходец. Так, мужик, не вставай. Я сейчас встану, ты сейчас ляжешь, брат. Надо перчатку пиромантии огненную проточить, наверное. Ого, у вас тут клондайк. Так, а вы ничего не защищаете тогда? Нет, вы что-то защищаете. Ну тогда Fire Orb. Оу, щит, Хьюстон, у нас проблема. Нашел в логово к говнюкам. Ты думаешь, что сможешь отравить этого бравого воина? Так, Гемстаун и какая-то какашка-обмазка. Ну, пусть будет, как говорится. Лучше будет, чем не будет, да? Кого ждем, уважаемый? Тебе тут не рады. Это беспозорные собаки были, помню. Меня так просто не провести. Тут же тоже что-то было, нет? Да, да, нет, вроде было, вроде да. Угу, там ништяки, как я их мог пропустить? А я не знаю. Ого, какой опасный. Первый раз такого страшного побеждать буду. Так, мастер воротов здесь. Да ну попустись, родной. Ого, он меня съел, анимацию не получил дамага. Ну что за псина сутулая? Так, нам нужно убежать. Тактикально ретироваться. Похиляться. И вернуться с возмездием. Ну ты и жопа легажи, конечно. А чем она? Я поджигать могу, нифига себе, оказывается. Я и забыл совсем об этом умении, если позволить. Так, нам нужно регроуф. Пассивную регенерацию заиметь. Ну, типа, а чё бы и нет. Я бы хотел еще с безумным фантомом подраться. Ежели никто не против. Как там ништяки остались? Мне кажется, они самопроизвольно появляются. А, здесь, наверное, уже не будет этого безумного фантома. Ну, таков путь. Как говорится, ничего нового.
Блин, к этим ребятам реально прям ссыкуешь подходить. Ну их в пень, как говорится. Чуть не достал, но бывает. Так, забирал ли я там ништяки? Походу забирал. И тогда, получается, мы можем идти дальше в какашки, я полагаю. Ого, бежит, 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 опасный. Слушайте, видимо, какие-то могут гореть противники, какие-то не могут гореть. Интересно, интересно. Теперь надо бы вернуться в путь жертв, я думаю. Давайте сделаем это. Быстро телепортнемся, потому что там по-любому какие-то тома могли бы остаться. Это мы вроде посмотрели, поглядели. Не знаю, как я это мог пропустить. По идее, не должен был, но сами видите. Получается, бежим сюда. И... Ой, пугала меня пипяка страшная. Варпаемся. Да, в принципе, отсюда побежим, только в другую сторону. Я думаю, достаточно неплохой путь. Ну да, загрузка всю динамику игры ломает. Так, нам, пожалуйста, взад. А там есть ништяк? Нет, было бы, конечно, хорошо, но хорошо не было. Окей, так, уважаемые. Я, наверное, сначала убью вашего босса. Я чувствую опасность, исходящую от него. Сворую лут. Так, а вот это уже будет проблематично. Так, с этим тоже надо разобраться по-хорошему быстро. Мне кажется, вы боитесь огня. Я, конечно, не эксперт, но что-то мне подсказывает. Блин, что-то мне подсказывает, что бесконечный станок я поймаю. Ладно, кое-как одолели. Так, а пипяку каждый раз заново нужно призывать, что ли, получается? Тогда это не очень-то удобно. Врать не буду. Ой, огонь они не любят. И он должен догореть в теории. Ну да. Нет, он выжил. Блин, у него полшишечки осталось. Я хочу закидать его кинжалами летающими. Дабы у него не оставалось шанса. Так, вопрос, как сюда упасть, я плохо помню. Не здесь, а где? А где, а как, и как? Могу туда упасть, но... Блин, а как? По-моему, отсюда где-то. Стойте, там еще сверху что-то было, я точно помню. Так, нам нужна пипяка на помощь. И всякая удалятельная хрень. Так, злая тянка идет в гости. Фига она не любит огонь. Оплечиться, родная. Родная, оплечиться. Не смогла. Каракатица упала, все как всегда. Так, меч мясника. 4 удара, чуть-чуть не хватает. Слабая пуха. Хотелось бы получше, врать не буду. Кольцо Морна, по-моему, примерно где-то здесь оно изначально в оригинале и лежало. Так, ну и пойдем попробуем куда-то упасть тут же. Где-то хитрый спуск был, я помню точно. Только вот не помню, где точно. Хотя вроде был, потому что этот пипяка на меня нападал. Да ну брось, братан. Хера себе он злой. Так, нужен подмога. Могла бы просто заблокировать его, пипяка. Но ты что-то не стала. Нормально, слушай, помогает так-так. Сгорел нечаянно. Блин, прикольно. Найс комбинация. Так, здесь у нас... Я на всякий случай проверю. Окей. Мне только спросить, уважаемый. Может, из-за кольца столько дамага? Неужели куда-то сюда падать? Ну, полагаю, можно попробовать допрыгнуть. Или я могу... Или не могу? Я не помню. Отлично. Шикарно. Только я не помню, как я сюда попасть должен был. Собака зачем-то сама выпилилась. Так, вот где талисман солнца. Ёлки-палки, а я-то думал... Так, и это не для пироманта, полагаю я. Ну ладно, зато мы теперь знаем. И вопрос, как сюда нужно было? Просто с моста. Ну, ладно. Видите, немножко запамятовал. Память, как говорится, того. Не идеальная. С этим сейчас тоже перетрем быстро. Анимация поджога красивая.
спасет это, мне кажется. А разве здесь не лежало ништяка? Видимо, нет, ладно. Хотел свою пипяку порезать, но не порезал. Тогда, получается, идем дальше в болото искать те ништяки. Пассивная регенерация имеется, в принципе, проблем быть не должно. В идеале бы, конечно, сходить проточиться, но это лишняя загрузка, не хочу. Так, поехали. Вот сюда, в начало. Пойдем направо сначала до упора, потом налево, все посмотрим, все там эти выступы, не выступы, попробуем все забрать. Опять же, насколько это возможно. И насколько наших сил хватит. Думаю, не лишним будет забафаться. И тупо ходим, собираем ништяки. Выискивая самое важное и нужное. Да, сопротивление отравлению просто пушка. Вот что, блин, доктор прописал. Так, а что-нибудь интересное я тут найду? Смотри, как молчит. Шо творит этот маленький пес? А ну брось. И он поджигается, отлично. Хорошо, что это горит. Непонятно, куда ты эта хрень быканула. Отворот-поворот, задний ход. Так, не бей, дядя, не бей, ты шо? Оно же того не стоит. Красиво. Давай-давай, дамаж, красиво. Просто, она же выжила, что ли? Тупо спасает хозяина. Все-все, мы ей наваляли по щам. И на удивление, даже регенерация успевает регенерировать. Это ли не восхитительно? Раньше здесь вроде бы нельзя было пройти. Полагаю, сейчас это все так и осталось. Видимо, придется давать кругаля. Или можно пройти? Или можно пройти? Так, там эти херни бегают, там большие игру бегают. Хорошо. Нормально, спас друга. Ну и, в общем-то, готово. Смотрим на наличие ништяков. Ништяков не вижу пока что. Жаль, грустно, печально. Хочу много ништяков. Первый залп, второй залп. Чуть-чуть не долетает, придется больше кастовать, чем я думал. Красиво. Ну и оттуда мы приходили, так что... Ого, прыгает какой. Ля, какой прыгучий. Сразу следующего кастуем. Опа, вот это проблема. На самом деле. Придется закидывать его, тупо как ниндзя. У, ни хрена себе, сейчас меня закидают, братан. А че он такой резвый стал? Он намного более шустрый стал, серьезно. Просто немыслимо. Что-то с ним не то. Эй, хиляйся, родной. Пассивная регенерация закончилась. Так, я хочу в это подземелье зайти, там же что-то было хорошее. Если я верно помню. Какой-то мох снова дают. Интересно, есть ли тут защита от проклятий стопроцентная какая-нибудь? Ну или около стопроцентная. Так, нормальный сундук. И тут у нас Golden Scroll. Это для магии колдунств. Здесь у нас... Ну, такое себе. Там еще слева точно будет что-то хорошее. Но, извините меня, до этого лево еще дойти нужно. Тут я, насколько помню, ничего прям супер хорошего и не будет. И вообще, если я не ошибаюсь, это проход к боссу. Я заблудился. Хотелось бы отметить. Поэтому пойду туда, куда помню. Нам нужно диаметрально противоположно в другую сторону. Потому что там много всего хорошего есть. Тут ништяк должен быть. Где-то здесь еще Хейзел вторгался. Че, ништяк забрали? Вот черти. Был же где-то. А пипяку убили или что, я не пойму. Походу, она просто заблудилась. Ну, бывает. Ох, уже эти пипяки вечно заблудятся. Сами, как говорится, не ведают, что творят. С них в любом случае эта фигня падает. Где сейчас последователи Фаррона должны быть? Странно. Я вроде все потушил. И здесь мне Вейт написал изображение великих. Сложно. Из Dark Souls какого-то. Это был то ли первого, то ли второго.
Ой, Семён, Семёныч, пойди попробуй теперь сориентируйся. Не знаю, я хочу на нее быкануть, просто потому что мне кажется, я могу. Мне кажется, она сгорит. Помана. Пироманские колдунства весьма сильны. Такое мне нравится. Честно сказать, сомневаюсь, что здесь будет что-то прям супер топовое в плане лута. Но кто я, блин, такой, чтобы не проверить? Ведь так... Опа, невероятные пипяки, от которых я, наверное, просто убегу. Медленные и бесполезные. Остатки всякие. О, супчик, это я люблю. Так, это на самый верх дорога. Я вот не помню. Я, походу, сюда ходил, это просто другая возможность подняться наверх, да. Ну, наверху я был, в принципе, смысла не вижу снова идти. Хочу найти, помните, трех таких больших гру... Ой, нормально. Которые защищают лук какой-то. Вот пойду попробую это место найти. Я заблудился, к счастью. Я не знаю, куда я иду. Вон, вижу ништяк, пойду на ништяк. Предполагаю, что это начало. Опа, козлы. Козлы, собаки, не знаю, не люблю я их, они быстрые, шустрые. Очень неприятные противники, никогда мне не нравились. Собаки эти маленькие. Либо вообще вернуться в самое начало и пойти по правой стороне. Что, в принципе, тоже имеет смысл. Даже два ништяка, не поверите. А это тупик. Ну да, логично. По-моему, я в самое начало почти и вернулся. Да, это Great Sword, все как и надо. Не знаю, локация все еще весьма душная. Этого в этой локации не отнять. К счастью или к сожалению ли. Вот эти вот штуки вот вроде бы раньше здесь не находились. Не припомню я такого. Да, полагаю, это начало. Тогда давай в самой левой стороне сейчас сходим быстренько. Там еще темные духи должны быть. Ежели я все верно помню. О, ништяк, нет, то как такое могло произойти? Или не самое начало? Так, статик ринг, а вот это интересно. Лайтнинг дамейдж под 10%, нормально. Очень оно неоднозначно там лежало. Эссенс шард, это тоже полезная штука. Опа, здорово. Мать природы, как твои дела, мать? У тебя ящерица, видимо, призванная. Это, конечно, весело, здорово, задорно, но давай без фигни. Ящерица душит. Задушили кое-как. Так, было душно, но мы справились. Раньше тут вроде бы темные духи обитали. Но теперь их нету. Видимо, мы их успели выселить. Как-то пустовато стало. Там мы, по идее, были, гасили все. Тут стрёмная гру живет. Улетаем. Я нанес дамаг, да. Нах ты, дрянь. Не успел. В принципе, я успею, наверное, внести ей дамаг, отлично. Небольшой размен произошел, не совсем в мою пользу, но лучше, чем нифига. И тут сейчас надо через низ идти. Знаете, что можно сделать? Можно вот так использовать. Сейчас мне пригодится помощь моей пипяки. Призываем пипяку на помощь. И идем быковать на этих гру. Первый залп пошел, второй залп пошел, третий залп пошел. Пяка танкует как может. Кастуем, пока они не видят быстренько. Да, отвлекает. Кастуем магию земли, магию друида. Так, мне уже дали черный лук. Так, давай. Блин, а что у тебя? Чуть-чуть хпшечки осталось. Ну, давай того.
закидал дерево кинжалами. Максимум реализма, как говорится. Так, срочно лечимся. Шляпа Париса, отлично. Ну, я не лучник. Они что, убили мою пипяку? Вы чё, твари, вы чё, я найду вас. Я знаю, где вы живете. Срочно еще один залп огня нужно. Немножко впитать пришлось, ну ничего. Скоро эта безумная локация, надеюсь, я закончится. Собаки, такое ощущение, что сверху откуда-то спавнятся. Но согласитесь, выглядит это очень странно. Блин, визуально ничего нового мы тут не нашли. К нашему величайшему сожалению. Фига он пригнулся, видели? Что, нормально толкнул? Так, это, по-моему, тоже было в оригинале. Сейчас я ему щит пробью и буду наносить урон. План был такой, и он выполнился. Надо пробивание делать. Его даже что-то падает иногда. И здесь я, по-моему, все собирал. Невидимая стена. Мистер Краб. Я думаю, мы его просто огнем зажжем и все. План такой. Дядя, не стреляй. Глаз ему попали. Так, а вот это очень полезная фигня, по-моему. Что это дает? Increase launch увеличивает время длительности. Ну, длительность эффекта. Не знаю, не очень. Хорошая магия, магическое оружие. И, наверное, на этом мы побежим в озеро Золы. Потому что что тут еще делать, в принципе-то? Да, тут мы вроде все сделали, что хотели. Так что поехали, улучшимся. Возможно, что-то проточимся и в озеро Золы сгоняем быром. И еще потом целые катакомбы пройти. Ну, в катакомбах, я полагаю, будет что-то для мастеров на крови. Мы же не по этой части. Давайте, я не знаю... КП до 30 хотя бы хочу догнать. И пойти посмотреть, можно ли что-то новое пиромантам отдать. Вроде бы... Нельзя. И тебе тоже, наверное, нельзя, да? Ну да. Можно магию друидскую. Может, группу зовем большую. Я, по-моему, покупал. Можно просто поменять, поставить. Так, Attitudeman спел. Вот, давай игру. И поехали к Вольнеру. Полагаю, придется аж отсюда бежать. Ну ничего, там вроде бы не так уж далеко. Хотя можно было бы и через скелетов пробежать. В принципе, не такая уж большая проблема. Ну, а как говорится, что сделано, то сделано. Озеро Золы тоже вроде бы. По сообщениям из чатика было немножко переделано. Сейчас мы с вами попробуем узнать, насколько хочу до босса дойти. А там уже виднее будет, потому что вряд ли мы все катакомбы в озере Золы успеем посмотреть. Нужно, так сказать, адекватно расценивать свои силы. Слушайте, а огненное оружие, из чего оно делается в DS3? Не помню, врать не буду. Так, уважаемый мост, ломайся. Бафнемся, пока он тут всякую фигню совершает. Так. Не, не, Семен, Семеныч, ну ты чего? Ну мы ж... Ё, ну вы, вы сейчас серьезно? Вот это, конечно, бан, господа. Сорян, но это бан. Тупо осуждаю. Считаю это несправедливым, нечестным. Мне кажется, это достойное осуждение. Невидимая стена и тут? Ну да, невидимая стена. Так, хорошо все сделал. По красоте прибежал как надо. Но нет, игра говорит, ахаха. Смеюсь над тобой, Влад, говорит игра. И все, и посмеялась ведь.
Огненными заклинаниями против озера Золы, мне кажется, сомнительно сражаться. Но я попробую. Ломаем это все. Стараемся второй раз не опростоволоситься. Надо ждать, по-моему, да, дофига? Да. Не так уж далеко лететь. Они дают лететь. Знаете ли. Опа. И эта битва будет легендарной. Ну что, поехали. Только со мной будет мой друг, подруг драться. А, так это не тот. Я думаю, это огромный. Нифига в тебе хп, братик. Ого. Долбит нормально так. А что, если я скелетов позову? Я решил посмотреть, сколько дамага будет по мне заходить. Но знаете ли, заходит дамаг. Да, игру бесполезен. Максимально. Пригибаются черти. Так, красивый, конечно, ты. Мне кажется, часть мувсета сворвали с души пепла, вот не поверите. Я думал, у него ТП не хватит, а у него хватило. Это черт. Пол шишечки осталось ему. И он выжил. Так, Knight and Lance, остатки рыцаря. Хорошо, что-то дали. Ого, он плотный в плане ХП. Сразу дерется. Не успел появиться, дерется. Ля какой! Пяткой в нос или носом в пятку. Не дают мне закастовать. И укатиться не дают. Вот собаки. Придется тактикульно ретироваться. Как же он рофлит. Ну, посмотрим, кто будет рофлить последним. Блин, не отпускает. Съел меня, черт. Надеюсь, хватит ХП. Пассивная регенерация регенерирует. Я почему-то не могу в него... А, я понял, я теперь перекатами дамажу. Все. Наконец-то я понял, как это заклинание работает. А что такое, братик? Рассыпался. Мне кажется, раньше больше было лута. Врать не буду. Тогда пипяка со щупальцами неплоха. Надо пересмотреть. Я не буду с ними драться, но их пень. О, темный клинок. Not bad, not bad. И большой титанитовый слэп. Пригодится, думаю я. Здесь вроде бы статуя вилки есть. Небольшие подлаги, без них никуда. И вот этот вот штук мне нужен для проточки. Что-то еще есть? Вечеринка. Хорошо, пусть будет. Два смычка раскидали этого скелета сутулого. И пойдем сейчас на босса глянем быром. Наверное, улучшись. Мне же что-то дали. Мне вот эту фигню какую-то дали, да? Что это такое? На дарк. Ну, лады. Давай кольцо тоже глянем. Fire damage. Oh my. Окей, берем, принимается. Так, там кто-то уже дерется друг с другом. Ха. Очень сильно переделали. Блин, а кто там с кем дерется? Вау. Это охерительно лорно сделано, потому что темные рыцари, черные рыцари против демонов дрались. Мое почтение. Можно просто посмотреть, а мне душу дают? Это очень круто. Да, и души мне дают, отлично. Ого, какая-то саламандра еще дерется. Блин, озеро Золы, мое почтение. Но мы сначала пойдем на босса, думаю я. А потом уже будем исследовать вот это вот все. И червяка, походу, не будет, слушайте, не поверите. Только большие мистеры крабы.
Так, мне нужна твоя помощь, Пипяка. Ни хера себе краб-убийца. Мать моя. И этот краб дает просраться всем, кому только хочет дать. Так, мой напарник пал. А где же щит желаний? Стреляй по павукам. По этим мерзким крабам. Надеюсь, костер хотя бы не убрали. Ля, через текстуры бьет. Что за черт? Думаю, это достойно осуждения. Костер убрали или нет? Подождите. Крабы глупые, они не могут сюда ходить. Нет, костер не убрали, отлично. Тогда мы обнуляем локацию. И идем на босса, чтобы был босс в этой серии. Хочу босса, знаете ли. Бафнемся, наверное, там. Боюсь, что они согрятся не там, где надо. А, ты живой? Окей. Как скажешь, брат, как скажешь. Да лучше все сожжение, то есть суперманта потом купить, штуку, которая меня будет поджигать. Кого можно позвать? Можно пироманта. Ну, как я и предполагал, это локация пиромантов. Ну шо? А он сразу, что ли, грустный такой? 400, огонь поскольку бьет. Огонь, походу, вообще не бьет, забавно. Я просто захарасить его могу. Чё-то легкий босс. Тут еще, видимо, ресурсы компьютера тратятся на то, чтобы тех этих противников прогружать, полагаю я. Знаете что? Я, наверное, сделаю вот так сейчас, уберу. И нового при самоне, потому что есть предположение, что эта херня не может через этот проходить, через туман. Слушайте, здесь души, по-моему, бесконечно можно фармить. Ну, не бесконечно, но очень жирно фармить можно. Ничего себе. Папайский замах-размах. Так, кастует, но я тоже колдун своего рода, знаете ли. Блин, как же она танкует. Прыжок. Отлично. Кого ты там призываешь, дядя? Надо в рукопашку тебя. Мия. Ой-ой-ой. А нашлись проблемисы. Могу гру призвать новую. Хьюстон, у нас проблемы. Кольцо огня, ничего страшного. Мой анусай уже пылает. Так, так, не подходи, родной. Ножки обожжешь. Опа, я такой подхожу, ныла ему в глаз. Жестко. Минус босс. Так, может какой-нибудь том дадут? Ничего не дали, осуждаю. Немножко осуждаю. Прикольно переделали. Душ дали, мама родная. Давайте прямо на этом закончим. Большое всем спасибо. Скоро продолжим, что-нибудь посмотрим. Всем счастья, здоровья, чтобы все у всех всегда было хорошо. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.